Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Азербайджан 18 и 19 августа с государственным визитом, который является высшим по статусу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Среди тем переговоров выделяются вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы. Как отмечается в сообщении Кремля, по итогам визита планируется подписать совместное заявление, а также несколько документов. Напомним, что последний раз Путин приезжал в Азербайджан 27 сентября 2018 года. В рамках прошлого визита он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принял участие в пленарном заседании 9-го российско-азербайджанского межрегионального форума, а также посетил соревнования чемпионата мира по дзюдо.